рад всех вас видеть, мои дорогие. Люблю этот храм, с которым связаны очень важные моменты в моей собственной жизни. Вот сейчас только что мы ехали с губернатором в машине, я рассказывал Николаю Николаевичу о том, как непросто было вернуть церкви это здание, которое в свое время называлось странным словом «шторм». Вот вспоминали эти трудные годы, и должен сказать, что в настоящий момент храм Рождества Пресвятой Богородицы является одним из самых крупных приходов нашего города. И хотел бы поблагодарить отца Мариана, который много сил и энергии своей положил на то, чтобы развивалась здесь церковная жизнь. Рад тому, что приход обрел новые помещения, еще один приходской дом, где можно развивать различные стороны приходской деятельности, заниматься и с детьми, и с молодежью, и вообще проводить программы, помимо богослужения, важные для современных людей, которые в церкви ищут не только возможность помолиться, хотя в первую очередь помолиться, но также стремятся видеть в церкви и силу, которая поддерживает человека в непростых условиях современной жизни. А это касается и образовательных программ, и культурных программ, которые церковь может и должна осуществлять. Я рад вас всех видеть и пожелать хотел бы помощи Божией каждому и всем вам. И пусть покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над нашим Рождества Богородицы приходом города Калининграда в Балтийском районе. Спасибо, Господи. Обязательно то есть первый класс вот для таких просветительской цели. Балтирия, и вот второй класс там есть у нас еще. Слава Богу. Когда-то, вы знаете, был здесь, ну когда, много раз бывал. И сколько раз говорил отцу Марьяну, вот этот бы дом нам вернуть.